просто помойка, его можно только полыть. А зачем? Ну, можно сломать. Люди, посмотрите, что с нами делают. Юля, мы беспомощны, мы немощны. Человек рядом. Надежда. Медик, который лечит военных, МЧСовцев и приставов. Как она после этого будет лечить? С каким желанием? Какая аура будет человека, который ее усиляет? Вот это сволочь, а не человек. Как ее лечить? И за что ее лечить? За доброе? Мы требуем сюда Шойгу. До его приезда мы объявляем голодовку. Был прописан в коммуналке, выписался оттуда. Надежда, иди с ребенком прописаться. Куда я пойду с ребенком? Надежда! Оставил сейчас у родственников ребенка. Надо мне с ребенком стоять здесь. Тут. Надежда, вы присоединяйтесь к нам в голодовке. Мы объявляем голодовку до приезда Шойгу. Вы присоединяйтесь. Деваться нам некуда, просто некуда идти. Вот что творится. Вот что творится. Все, что смогли с собой захватить, захватили, что не смогли, значит, не захватили. Там ломается все, ломается, выносится, ломается. Если не вынесут вещи, ну как там еще, кухня стоит, джакузи, если они в течение какого-то времени не вынесут, все это как запечатается, людей под белые ручки и вынесут на улицу. Бог, у вас есть какой-нибудь или Аллах? Откуда вы пришли, мусульмане? Или кто вы есть? Останьтесь людьми, остановитесь! Под вами люди, вы что творите? Фальш вы кровь ломали, вы как бы отнеслись? С ножами, наверное, встретили русских или с чем? Товарищ! Что вы делаете? Что вы делаете? Уроды, что делаете? У кого оскорбляете? Кого оскорбляю? А что вы делаете? Что над женщиной издеваете? Вы кого назвали? Вы сотрудника оскорбляете. Что вы это? Как вы? Значит, задержите его, пожалуйста, ребят. Зачем? Зачем вы? Что вы издеваетесь над ней? Вот этого мужчину задержите. Чего вы издеваетесь над ней? Всех задерживают. Всех задерживают. Давайте отходим. Пусть сидики поставят, завтра приедут. Сойдите, пожалуйста. Толкай. Урод. Снимайте все. Вы потеряли все. Вы можете отойти. Ребята! Козлы! Нет, Володя. Дайте, пожалуйста, позвольте. Ребята, отдайте.